А ты не заезжаешь просто, когда понимаешь, она опять эту уже видит. Ну, потому что старая. Садись! Сева, можно! Лиша, вас ближе! Что на нем принимай? Да. Давай, я возьму. Правая рука! Надо мыть накопить на новую. Долго копить придется, конечно. Почему? Потому что она 50-60 тысяч стоит. Так, а еще где-то была 4-гиговая карта. 4-гиговая? Говенная? Ну да. Я посмотрю, честно, на этом. Ну, я все равно хотел камеру себе напрямить. Блин, Миня, один в один, то не оставайся. А ты все нормально не снимаешь. Ой, стой! Ой, стой уже! Хорош! Я вчера просто не Зато звук она хорошо выглядит. Это видео из 90-х. А если я помню, если не остался. Как в этом лиге? Ну, в принципе, посмотреть можно. Ну, помню, Гриша, в синеньких мы должны звук прибрать. Нужно везде. Не, ну на самом парке можно стоять. Нужно, но мы на синеньких там не везде. Здесь скажем, что еще! Что-то я не понял, ты его так форматировал, нет? Чего? Нет. А, не здесь вообще что? Снизу. Выведи. Фильтр наложен, искусственно растянут. Что растянут? Ну, есть такая как приблуда, что делается искусственно. Чтобы не квадратно. А сколько камень стоило? Это 10 тысяч. Да. Двое. Так, давай с масштабом вчерашнего, с этим сокровением вчерашнего разберемся. Можно, кстати, по вчерашнему матчу вот сразу более спросить. Просто вот запомнить вчерашний протокол и... Ага, давай сначала Кирилл. Да. Да, состава есть. А, голы, да? Голы. Не фотографии. А дочь, да? Не дочь, да. У Олимпа не избил. Я сердце. А, ну давай с Кривиля. А Кривиль же ты забил. Да, да. Условно говоря. Да. Орлов. Дальше есть, Вит! Вот и план! Витя, план, шаг!
на 10-м метре. Павел Кузнецов. Где-то 17-м. Конец. Да, у них Кучинский, по-моему, забил пенальти. Вот Кучинский, я не помню. Кучинский, Это где-то было... Это на первом тайме сейчас сделали. Где-то 30. Даже 33. Пусть 30. Нет. Да. Потом, соответственно, Рино. Два голландца. Рино. Грин. Второй. Костя с тобой! 58. Разве? Нет. 62-я. Да, 60. Нет, это еще второй гол. Сначала было долго 3-2. А потом они забили еще два гола. Ну ладно, 62-я пускай будет. Потом Кучинский 65-я. А, Ирино еще не забил. Да, Ирино забил последний. Так ты с ним без разницы. Ты можешь их ставить в любом порядке. Не по нему ты можешь приезжаться. Беги вот! Есть, ребятки!
750. Ну, на 650. Ай, блядь. Спасибо. Александр. Ау. Если там заявки проблема не решится, то столб я там прям написал. Ну я. Вы дайте знаете? Я почищу там то, что написал. Потому что у меня до сих пор там эти игроки, которых я заявлял. Я почищу кого-то комиссионерский. Да, и тогда... Послушай, если ты... Ну, давай, на все. Все, я там с кем-то не знал, что должен скинуть, да? Да. Слушай, скинь на мою карту, что я тебе расскажу. Сбер? Да. А я тебе помню. Блин, я, у меня просто Юра будет скинуть, у меня Сбера нет. Я ничего, если Даня... А, я не смогу. Я особо важно. А, я не смогу. А тебе... Даня по Сберу. У меня просто других возможностей. Да ладно, там немного. А, все, А, ты перекинь вот Саше. Сберу. Все, поджимайте, поджимайте еще! Миш, подходите еще! Да, вот мы сейчас вчерашний ваши голы впихивали. Сейчас я их добью и буквально. Линя! Не заду вчерашний состав, скажешь? Да. Давай. Так, сколько написать? Один. А сезон полностью? Значит, там должен быть 4-9. Лак, застану! 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 Александр Юрьевич. Все. Ага, все. Карпенко 4 еще забил. Вчера. Сегодня? Вчера. По времени ставим подряд. Дождь вчера, конечно, помешал. Кто у Сантьяго вчера стоял, не знаешь? Данила, оставь, оставь, Юра! Не помню. Витя есть! Витя есть!
Вышел ты, да? Слишком резкое увеличение количества народа, я уже А у вас стоит состав? Сегодняшний можно? Да, ну, я тебе потом проставим, я потом Андрея спрошу. Примерно. А, сейчас состав, да? Да. Голы я все знаю, голы у меня все записаны. Это сегодняшний, да? Да, да, да. Ушаков. О, нет предложения, давай! Нет предложения! Перекрыли! Вот и сад, как? Кугач. Сейчас тебе скажу. Подаешь минутку буквально этих, ну, запишешь, подаешь, правильно записали. Там вчера просто его не писать было. Вчера прошло, сегодня уже записали, все нормально. Так. Смотри, Костя! Вы же где-то еще параллельно играете, там 8-8, вы еще какие-то играете, просто я так-то в целом по турнирам. А кто у сезона стоит? Мне сейчас скажу. А, Руслан Щербаков. Чербак. Сань, давай пробочку чуть-чуть, Сань! Как скажете, делай паузу. Не надо играть. Вот, просто я так-то по турнирам периодически, если смотришь, много лиц знакомых, там, Спартака где-то они играют, там, спортсмены и так далее. А по вашей я практически никого нигде не видел. А вы где-то именно в команду играете? На город или еще что-то? А левую бровку не загружают вообще? Я говорю, я... Или только... Ну, это не кажется, просто люди играют. Ну, люди-то все играют, да, я всех тут стрелял. У нас с городом играем, мы на политехе. А, да-да-да, точно. Свойство. В основном ребята все были с политехом. А потом выдергивать стал Дмитрий Косаков, они вот пробу играли, они спорили. Вашу Карпенко из 19-го района города. А, ну вот, да, еще. Синицына, Страхенбаум, Бурлянцева, Спробея. Они еще за Петрович играли. Шире, Костя, Костя, шире! Понял, просто да, странно, что обычно приходишь так, по командам, смотришь, никогда не пришел, никогда не можем играть. И знакомых людей много, а вот по вашей почему-то практически не встречается. Да, да, хотя по идее, по уровню, как бы люди, когда хорошо уровень, они как бы все ментают. Спорты, лето, еще что-то. В общем, и целом... Все равно не видишь, а вот по Спортэго никого не, практически не видел, хотя я понимаю, что должны быть где-то люди. Не может быть такого, что только вот здесь, вот в Спортэго. Не хватило длинных ног. Да, спасибо, все, так, все хорошо. Спасибо. Хочет четкий у него. Да, так Хрусталев хорошо пишет дальше. Левее, кто играет? Левее, Женя, левее. Миша, правее.
Костя, спина, гость!
Thank you.
Бежишь, что его ориентировали, подсказывали.
Просто постоянно скидывали сайты на ваши твари, так подруги, они сюда заходили, блин, постоянно. Ему бы ничего бы не говорили. Ничего, не Девочка, делай два шага назад. Ё-моё, стоим.
Давай, пойди туда!
Место снова. Я бы тебе сказал. Положи в пакет английский, там есть что-то? У меня много есть. Так больше не глядя, пчелу раздавил. Где? Как бы все это? Вообще весело, вы видите опорный, внимательно. Готовы? Не раздражать. Давай 3 из 5. Yeah!
Иди, отстань, хуй! Останься на последнем! Хорош, Али! Одна ногой без... Полагайся! Да.
Вашу свитку поменять. Может быть, пускай двое игрок или стрелка. Мишел за один. Да, достаточно. Леша, а что по времени осталось? Рядом, парень, рядом. Хорош, Юра, хорош! Вот, принимай! Ты сейчас будешь начинать!
Юра под нападающего, ты на один столб стоял. Юра, значит, ты за столб. Серега, смотри. Серега, 5 минут осталось. Там борьба. Да, блядь! Классом, блядь! Как Дзюба. Давай. Хорош! Играть! Thank you.
Есть справа! Серьёзно! Да! 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 Да